уже говорилось, что цель нашего канала – собрать как можно больше людей, чтобы признать геноцид армян. Искренне очень просим вас поддержать наш проект и подписаться на канал «Великая Армения», нажав на колокольчик. Также оставляй комментарии под этим видео и будешь иметь возможность выиграть небольшой подарок от нашего канала. Подробнее об этом в конце ролика. В сегодняшнем видео мы расскажем о еще одном великом армянине – Михаиле Погосяне. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о огромном вкладе этого человека не только в жизнь армян, но и всего мира. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех других биографиях великих армян на нашем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца. Родился Погосян Михаил Асланович 18 апреля 1956 года в Москве. В 1979 году окончил факультет самолетостроения Московского авиационного института имени Орджоникидзе. После окончания МАИ был направлен для работы в Московский машиностроительный завод имени Сухого, где прошел трудовой путь от инженера-конструктора до первого заместителя генерального конструктора, председателя совета директоров ОКБ и генерального директора ОКБ Сухого. В 2002 году Михаилу Погосяну присвоена ученая степень доктора технических наук. Тема диссертации – разработка и реализация перспективных технологий для создания авиационных комплексов новых поколений. С 2003 года Михаил был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. С 2011 года является действительным членом Российской академии наук. Михаил Погосян с 1998 года по 2011 года занимал должность генерального директора ОАО компании «Сухой». С 2008 по 2011 год занимал должность генерального директора ОАО РСК «МиГ». Под его руководством было создано семейство самолетов фронтовой авиации марки «Су» и «МиГ», обеспечивающие обороноспособность страны и устойчивые позиции России на мировом рынке. Также с 2007 по 2011 года занимал должность первого вице-президента, а с 2011 по 2015 года Михаил Погосян являлся президентом Объединенной авиастроительной корпорации. За это время было существенно увеличено производство гражданских самолетов, запущен в серию и сертифицирован по международным стандартам пассажирский авиалайнер «Сухой» Суперджет 100, а также увеличены объемы производства боевых самолетов для Минобороны России и на экспорт. Михаил Асланович 2004 года и по настоящее время является заведующим кафедрой 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники» МАИ, а в июне 2016 года собранием трудового коллектива избран ректором Московского авиационного института, является председателем ученого совета МАИ. Михаил Погосян имеет более 80 публикаций, активно участвует в научной и педагогической деятельности университета. На данный момент является членом Президиума Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, руководителем Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации, а также возглавляет Совет по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации, является членом представительной комиссии по транспорту. Обладает множеством наград, среди которых медали Столыпина второй степени, Ордена Почета и Почетная грамота правительства Российской Федерации. Имеет степень командора Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Носит звание «Почетный машиностроитель». Является кавалером Ордена Почетного Легиона за вклад в развитие российско-французского сотрудничества в области авиастроения. Михаил Погосян также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и премии правительства Российской Федерации. При этом в личной жизни Михаил Погосян не менее успешен. У него есть жена и двое детей – Ольга и Артем. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Данный человек получает значок с символикой нашего канала или значок с флагом Армении или же незабудкой на выбор. Так что победитель, напиши нам на почту и мы отправим тебе посылку. Доставка действует по всему миру совершенно бесплатно. Ставь лайк и напиши комментарий, если хочешь участвовать и поддержать наш канал. Победитель определяется случайным образом.